Маша познала Маша. Ребята, Маша, скажи, куда ты едешь? В Экландию. В Экландию. Там будет интересно? Да. Да? Ну, поехали. Да. Маша, ты в Экландию приехала? Да. Класс, сейчас будем гулять и смотреть. Тут очень большая территория. Очень красиво. Илюша, привет! Что, пойдем животных смотреть? Да. Давай. Маш, смотри, страусы. Да. Какие прикольные, да? А там и козочки, смотри. Видишь, там немножко дальше козочки. Смотри, какой красивый, Маш. Давай ближе подойдем. Ручками не трожь. Красивый какой. Ты красавчик, да? Улыбнись на камеру. Гуляют здесь страусы. Вот еще один. Привет. Смотри, какой смешной. Кто там? А ну, идем посмотрим. Кто это? Подходи ближе. Только сильно близко тоже не надо подходить. Это красивые павлины. Маша, иди сюда. Что-то они там не поделили. Красивые, да? Маша, что ты тут нашла? Кроликов нашла? Смотри, какие хорошие маленькие, кушают. Белые такие, рыженькие. Ты к кому, к коровкам идешь? Давай. Трактор, смотри какой. Синий трактор. Вот мы пришли к коровкам. Да, запах, конечно, тут не очень. Но ничего. Мы сейчас немножко посмотрим, Маш. Смотри, какая большая коровка. Тебе нравится, Маша? Класс. Они такие огромные. Кушают. Видишь, тут сено с травой. Красивые, большие. Какая у него голова огромная. Кто это бегает? Это барашки бегают? Смотри, сколько их много. Маленькие, большие. Привет. Ловил птичку. Ну что так, копейку шанс не делает. Илюш, не надо. Ну что такое? Хороший. Мяу. Ого! Мы тут площадку нашли, Маш. Ну иди погуляй немного. Там домик. А ты не хочешь пойти на площадку побегать? Смотри, какая площадка. Молодец! Раз, раз, раз. Оп. Ты хочешь на качели покататься? Покатать тебя? Давай, сейчас раскачаю. Класс, Маш, да? Ты сильно катаешься? Идем посмотрим, там есть бассейн или нет бассейна. Ну, сейчас, наверное, сейчас не сезон еще для бассейна. Сейчас посмотрим. Видишь, он закрыт. Ну, пошли, подойдем ближе, посмотрим. Красивая такая мельница.
Видишь, Маш, еще все закрыто. Тебе понравилось здесь гулять? Да. Говори всем пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. До новых...